Безусловно, исследовательская работа должна вестись всегда, тем более такой державой, которая имеет отношение к большим достижениям в области космических исследований, как Россия. Безусловно, нам эта программа нужна. Другое дело, что мы не в состоянии, может быть, экономически сейчас все программы вытянуть с учетом тех реалий, которые у нас есть. К сожалению, некоторые страны, в частности Соединенные Штаты Америки, нас обходят. Но мне кажется, в целом для человечества эти программы полезны. Мы все больше изучаем наше пространство окружающее. И надеюсь, что на это изучение будет на пользу по разным признакам. Есть тревога в том, что наше отставание может позволить нашим соперникам использовать это в целях противостояния каких-то оборонных военных программ. И здесь нам надо поторопиться.